Этот период жизни важен для каждой девушки. Меняется все – вкусы, тело и многие процессы в организме. И вроде бы положение у всех одинаковое, однако каждая переносит его по-разному. Меня зовут София Ценко. Сегодня ближе к телу. Беременность. Действительно ли, будучи в положении, нельзя красить волосы, вязать крючком и заниматься спортом? Откуда берется токсикоз и желание съесть что-нибудь необычное? Можно ли продолжать вести активную половую жизнь? И какие заболевания могут нанести вред и маме, и малышу? Об этом и не только узнаем в этом выпуске. О своем интересном положении будущие мамы часто узнают еще до того, как увидели две полоски на тесте. Сонливость, легкая тошнота и головокружение наталкивают женщину на мысль о беременности. Почему же так происходит? Дело в том, что после оплодотворения организм начинает работать на полную мощность, ведь он, в отличие от самой женщины, уже знает о зарождении новой жизни. И эти изменения начинаются с его гормональной перестройки, в результате которой меняется не только тело, но и вкусовые предпочтения. О пищевых хотелках беременных слагают целые анекдоты. Чего им только не хочется. От мела и сырого мяса до бананов с кетчупом или печенья с корнишонами. Наука объясняет это просто. Дефицитом витаминов и микроэлементов. Потянула на сладкое? Не хватает калорий. Потянула на солененькое? Значит, не хватает минералов. А вот такие экзотические хотелки, как, например, понюхать бензин, говорит уже о перестройке рецепторов и даже склонности к токсикозу. Знакомьтесь, это Алена. 6 лет назад она, будучи беременной, испытала на себе влечение к мяте. На протяжении всех 40 недель она и часа не могла продержаться без мятных конфет, жвачки или чая. Кроме того, девушку почти всю беременность мучил сильный токсикоз, из-за чего был страх за жизнь ребенка. Потеряешь ребенка, ребенку нечем питаться, ребенок не получает должного питания для роста, для развития, либо у тебя родится больной ребенок. То есть вот так вот меня стращали, естественно, на этом фоне у меня были страхи, что я в принципе не выношу ребенка. Кушать я не могла, ни завтракать, ни ужинать, ни обедать я не могла. И поэтому я лежала на сохранение, чтобы мне хоть какие-то питательные вещества получать через капельницу. И так вот было 2 раза. Так почему же у одних токсикоз проходит быстро или не появляется вовсе, а другие вынуждены пребывать в состоянии тошноты вплоть до родов? Оказывается, все зависит от состояния здоровья будущей мамы, которое складывается еще задолго до беременности. Токсикоз появляется как раз в результате того, что мама не была подготовлена к беременности. Да? И это тоже такой бич, да? Потому что либо это незапланированная беременность, да? Либо это уровень подготовки, который был, вот фолиевую 3 месяца пропили, вот мама считает, что она подготовилась к беременности. Это результаты того, что ферменты печени, да, ферменты поджелудочной железы, скажем так, неадекватно начинают реагировать и желудочно-кишечный тракт на появление беременности в организме мамы. Но кроме этого, будущую маму могут подстерегать и другие опасности. Например, токсоплазмоз. Это инфекция, которую вызывает паразит токсоплазма. Опасность в том, что это может привести к выкидышу или замершей беременности. Главный переносчик – это вот этот пушистый питомец. Причем заразиться можно не только целуя в мордочку, но и при уборке миски или лотка. Другой способ заразиться – это сырое мясо. Так что даже непрожаренная курочка может стать источником токсоплазмы. Такую же опасность представляет и цитомегаловирус. Однако, в отличие от токсоплазмы, он передается половым путем, через слюну и бытовым путем. Особенно подвержены ему женщины со слабым иммунитетом, например, из-за химиотерапии или ВИЧ. Годами может жить в организме и герпес, который не менее опасен при беременности. Обычно он проявляется высыпаниями, например, на губах. В случае проявления генитального герпеса вирус может проникнуть в ткани плода, что также влечет за собой врожденные дефекты у ребенка или гибель. Не стоит забывать и о таких заболеваниях, как краснуха и ветрянка. Чтобы избежать последствий проблем со здоровьем у будущего малыша, лучше пройти вакцинацию еще до беременности. И хотя сама по себе беременность – это не болезнь, часто женщина не может вести активный образ жизни. Например, подниматься по лестнице, залазить в автомобиль и даже завязывать шнурки. Что уж тут говорить о занятии спортом. Например, эта женщина профессионально занимается легкой атлетикой. Постоянные тренировки, забеги на длинные дистанции – это то, что давно уже стало неотъемлемой частью ее жизни. Из-за угрозы прерывания беременности физические нагрузки ей запретили. Ты приходишь на соревнования, там ребята, все, у них разминка, они сейчас там стартуют, там, считают до 10, там,
выстрел, они побежали. И ты понимаешь, что ты с ними, но ты по другую сторону медали находишься. И вот это... Я сначала, конечно, переживала дико от того, что я там не могу. А сейчас, ну, хорошо, я зато побыла и на другой стороне. И я понимаю, что я для себя готовлю... У меня свой марафон определенный, такой длительный марафон, который надо пройти. Кстати, ходить беременным нужно, и как минимум 7000 шагов в день. Однако надо опираться на собственное самочувствие. В любом случае занятия в спортзале или каким-либо видом спорта всегда можно заменить другой активностью. Плавание – это вообще замечательный способ для мамы, потому что здесь нет осевой нагрузки на позвоночник. Да, мама находится как бы, ну, на весу у воды, при этом имеется нагрузка на все мышцы организма. В период беременности у женщины обостряется чувствительность и восприимчивость. Переживания и беспокойство за ребенка и за себя порой становятся все сильнее, и тогда мамы сталкиваются со страхами. Эта девушка о подобном состоянии знает не понаслышке. Всю беременность Ксению мучили кошмары. Паника, прям вот реально прям паника. То есть я просыпаюсь, и у меня вот такие глаза, я вспоминаю этот сон, вспоминаю, как все было прям поддетально. И вот, ну вот страшно становится, страшно, что я это все по-настоящему испытаю, что это не только сон, а что это якобы то, что может быть. Что я родила, пришла домой, привезли меня, все, а дома ничего нету. И типа, я одеть его не во что, там, чуть ли не в кофту мужа, там, заворачиваем, там, вот такое вот просто. И мне вот прям страшно было, я боялась, что вот я не подготовлюсь именно к вот этой встрече, что ли. Психологи считают, что бояться естественно, и через это надо пройти. При возникновении обычного беспокойства женщине достаточно просто отвлечься, выпить кружечку чая или полистать журнал. Другое дело, если эти переживания переходят в тяжелую форму. В случае, если возникает паническая атака, следует обратиться за медикаментозной помощью, потому что эти состояния могут усугубляться. Рекомендовано обратиться за помощью к специалистам, к гинекологу, для того, чтобы он помог ей рассказать, что действительно опасно в период беременности, а что не представляет собой угрозы. Часто возникает и страх половой близости. Многие во время беременности отказываются от занятий сексом, боясь навредить ребенку. Хотя на самом деле анатомическое строение женского тела позволяет находиться малышу в безопасности. Малыш, находящийся в матке, максимально защищен от любых воздействий. Барьером служат околоплодные воды и упругие мышцы. Многие женщины, они в силу вот этого мифа, они отказываются от интимной близости. И это очень пагубно влияет вообще на отношения и на мужчину тоже, и на женщину в том числе. То есть хорошая интимная жизнь – это такой один из залогов хорошей беременности, так скажем. Потому что неудовлетворенная женщина, она эмоционально тревожная, она еще больше вот начинает нервничать по любому поводу. Кроме этого, многие беременные, наслушавшись бабушкиных советов, начинают вгонять себя в депрессию. Вот только не всему стоит верить. Пора поговорить о мифах. УЗИ вредит здоровью ребенка. Это миф. Доказательств того, что ультразвуковое исследование вредит плоду, нет. Согласно нормативам Министерства здравоохранения, УЗИ при нормальном развитии беременности делают 3 раза, по одному в каждом триместре. Чаще скрининг следует делать лишь тогда, когда есть угроза здоровью будущей матери. Сама по себе процедура основана на неонизирующем излучении, которое не имеет таких рисков, как, например, рентгеновские лучи. Беременной нельзя красить ногти и волосы. Это миф. Сами эти процедуры никак не могут повлиять на плод. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на качество косметики. Если среди компонентов средств для окрашивания есть тоуол, аммиак или резорцин, то лучше отложить наведение красоты до рождения ребенка, либо воспользоваться косметикой, которая имеет безопасный состав. Ребенок может чувствовать вкус того, что есть мама. Это правда. Согласно исследованиям, плод действительно может ощущать вкус еды. Сильные ароматы, например, чеснока, могут проникать через околоплодные воды. Если во время беременности есть красную рыбу и грецкие орехи, то можно родить вундеркинда. Это миф. У этих продуктов много полезных свойств. Грецкие орехи богаты магнием и калием, а рыба – отличный источник йода. Однако на умственные способности ребенка это никак не влияет. Скорее, это больше необходимо самой женщине, так как улучшает работу щитовидной железы, сосудов, сердца и нервной системы.
За время беременности может вырасти нога. Это правда. В течение беременности может увеличиться не только объем груди и талии, но и размер ноги. Задержка излишней воды в организме размягчает связки, а дополнительный вес увеличивает давление на свод стопы. Многие будущие мамы склонны верить в суеверия, порой даже в самые бредовые. Например, в то, что во время беременности нельзя вязать. Считается, что если женщина в положении вяжет или завязывает узелки, то у ребенка может образоваться узел пуповины. С точки зрения медицины здравого смысла в этом нет. Еще одно из не имеющих научных доказательств суеверия – если есть рыбу, ребенок долго не заговорит. Единственное, чего стоит опасаться при употреблении рыбы в пищу, так это паразитов. А вот еще одно – если есть острое, то ребенок родится лысым. Такое суеверие пришло из Таиланда. В России, кстати, его тоже приняли, вот только здесь считают, что при употреблении острого у ребенка возникнут проблемы с глазами. Для сохранения бодрости тела и духа в этот непростой для женщины период психологи дают три простые рекомендации. Первая – обследоваться заранее и подготовиться к беременности. И вторая – научиться доверять своему телу. И третье – преодолеть самое главное искушение беременных – слушать советы всех подряд. Тогда все будет хорошо. Меня зовут София Ценко, и сегодня ближе к телу была беременность.